Махачкале почтили память Евгения Примакова. В преддверии Дня дипломатического работника прошла церемония возложения цветов к мемориальной плите выдающемуся политическому деятелю. В нем приняли участие сотрудники и ветераны представительства МИДа России в Махачкале. Напомню, ежегодно по всей стране свой профессиональный праздник дипломаты отмечают 10 февраля. Когда он стал в 1996 году министром иностранных дел, часто общались. Удивительно, я бы сказал, даже невероятно одаренным человеком был, сильный, признанный востоковед, общепризнанный востоковед. Среди нас, востоковеду, он пользовался колоссальным уважением, авторитетом. Всегда, в первую очередь, во главе всего он ставил интересы Российской Федерации, был сторонником именно многополярного мироустройства. И его, как в России, так и за рубежом, всегда помнят, любят и всегда вспоминают с теплотой.